Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. То надеждой, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик. От дверей до дверей. Как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихше слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна. И калеку Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был ее дум и тревог, запевалый, лихим кузнецом. Он ли, этот бедняга, без рук и без ног, с перекошенным серым лицом? И не в силах сдержаться, от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг закричала, завыла она. «Где ты, Лёша, соколик ты мой?» А в глазах у него два горячих луча. Что он скажет? Безрукий, немой. И сурово Наталья глядит на врача. «Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена. Пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш», — детям сказала она. «Все втроем поклонитесь ему». Причитали соседки над женской судьбой. Горевал ее горем колхоз. Но, как прежде, вставала Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице дышат в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги. Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, как, склонившись в дверях головой, входит в горницу муж, Алексей Ковалев, с перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбаясь жене, и, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним не мертва, не жива, но как был он в дорожной пыли, все поняв и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ. Невзначай загляни в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят за столом.